День России – важный государственный праздник. 12 июня на площади Советов с 14 часов состоится концертная программа «С тобой, Россия, связаны судьбой». Для вас выступят вокальные ансамбли «Малахит» и «Мармеладки», а также солисты Алексей Беляев, Мария Григорьева, Елизавета Курицына, Валентина Владимирова, Милена Деменчук, Анна Нечаева, Алина Милентьева, Дарина Суханова и другие. В рамках праздничного мероприятия пройдет торжественное вручение паспортов юным гражданам России – а отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» проведет акцию по развертыванию государственного флага Российской Федерации. Яркой и незабываемой финальной точкой праздника станет танцевальный флешмоб «Солнечный круг».